Правительство Великобритании потеряло свыше миллиарда фунтов стерлингов на продаже первого транша акций Royal Bank of Scotland. Это вызвало сильную критику со стороны оппозиции. Когда государство спасало банк во время финансового кризиса 7 лет назад, его акции стоили на треть дороже. Тогда Лондон выделил 45 миллиардов фунтов в обмен на контрольный пакет. Во втором квартале этого года RBS неожиданно для рынка зафиксировал чистую прибыль в размере 300 миллионов фунтов. До этого он был убыточным. С этого момента начался постепенный процесс приватизации банка. Сейчас британскому правительству принадлежит 73% акций RBS, и их стоимость оценивается примерно в 30 миллиардов фунтов.